Техническое описание кода неисправности OBD2, цепь 11 управления цепью дезактивации, впускного клапана, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, который применяется ко многим автомобилям OBD-2, с 1996 года выпуска, это может включать в себя, но не ограничиваясь, транспортные средства от General Motors, Dodge, Jeep, Chevrolet, Chrysler, RAM и так далее, несмотря на то, что общие, точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года, марки, модели и конфигурации трансмиссии, код неисправности OBD-2P3482, и соответствующие коды P3481, P3483 и P3484 связаны со схемой управления деактивацией, впускным клапаном цилиндра номер 11. Целью схемы управления деактивацией, впускным клапаном цилиндра 11 является приспособление функции деактивации цилиндра, например, режим V4 двигателя V8, для улучшения экономии топлива при работе с малой нагрузкой, такой как движение по шоссе, Модуль управления двигателем ESM управляет четвертых или цилиндровыми режимами двигателя, задействуя впускные деактивирующие соленоиды для четырех из цилиндров двигателя, этот код относится к цилиндру номер 11, а остальные три цилиндра в этом процессе определяются конфигурацией двигателя и порядком запуска цилиндров. Соленоид дезактивации цилиндра номер один устанавливается на или около впускного отверстия рядом с этим цилиндром в зависимости от конкретного автомобиля и конфигурации. Когда контроллеры, СУД обнаруживает проблему с производительностью в пределах напряжения или сопротивления в цепи управления деактивацией впускным клапаном цилиндра 11. Устанавливается код P3482 и загорается контрольная лампа двигателя. Сервисный двигатель вскоре загорается или оба могут загореться. В некоторых случаях контроллер СУД может отключить инжектор цилиндра номер 11 до тех пор, пока проблема не будет устранена, а код не будет очищен, что приведет к заметному пропуску двигателя соленоиды дезактивации цилиндров. Какова серьезность этого кода неисправности? Серьезность этого кода может значительно варьироваться от умеренного до серьезного в зависимости от конкретных симптомов неисправности. Пропуск зажигания требует немедленного внимания, поскольку это может привести к необратимому повреждению внутренних компонентов двигателя, каковы некоторые из симптомов кода. Симптомами кода неисправности P3482 могут быть двигатель может пропустить зажигание, увеличенный расход топлива, плохая работа двигателя, сервисный двигатель скоро загорится, проверьте, горит ли лампа двигателя, каковы некоторые из распространенных причин кода. Причинами этого кода P3482 могут быть неисправный соленоид деактивации цилиндра, низкий уровень или давление моторного масла, ограниченный проход масла, неисправная или поврежденная проводка. Разъеденный, поврежденный или ослабленный разъем неисправный ESM, какие шаги по устранению неполадок P3482? Первым шагом в процессе устранения неисправностей для любой неисправности является исследование бюллетеней технической поддержки TSB для конкретного транспортного средства по годам, модели и двигателю. В некоторых случаях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, если направить вас в правильном направлении. Вторым шагом является проверка состояния моторного масла и подтверждение его обслуживания на соответствующем уровне. Затем найдите все компоненты, связанные с отключением цилиндра 11 цепи управления впускным клапаном и найдите явные физические повреждения. В зависимости от конкретного автомобиля эта схема может включать в себя несколько компонентов, включая соленоид деактивации, переключатели, индикаторы неисправности и СМ. Выполните тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить соответствующую проводку на наличие явных дефектов, таких как соскоб, протирка, оголенные провода или пятна ожогов. Далее следует проверить разъемы и соединения на предмет безопасности коррозии и поврежденных контактов этот процесс должен включать все разъемы проводки и соединения со всеми компонентами включая ESM обратитесь к конкретным техническим данным для автомобиля чтобы проверить конфигурацию цепи управления деактивацией впускным клапаном цилиндра 11 и проверить каждый компонент включенный в цепь который может включать плавкий предохранитель или плавкую вставку продвинутые шаги продвинутые шаги становятся очень специфичными для транспортного средства и требуются соответствующего современного оборудования для точной работы для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические характеристики для автомобиля напряжение проверка опорное напряжение и допустимые диапазоны могут варьироваться в зависимости от конкретного транспортного средства и конфигурации схемы конкретные технические данные будут включать в себя таблицу устранения неполадок и соответствующую последовательность действий помогая вам поставить точный диагноз если этот процесс идентифицирует от отсутствии источника питания или заземления, проверка целостности может потребоваться для проверки целостности проводки, разъемов и других компонентов, тесты непрерывности всегда должны выполняться при отключенном питании от цепи, и нормальные показания для проводки и соединений должны составлять 0 омов сопротивления, сопротивление или отсутствие непрерывности является признаком неисправной проводки, которая открыта, замкнута или подверглась коррозии и должна быть отремонтирована или заменена. Каковы некоторые общие исправления для этого кода? Замена деактивирующего соленоида, очистка от коррозии разъемов, ремонт или замена неисправной проводки, замена масла и фильтра, очистка заблокированных масляных каналов, перепрошивка или замена ESM, распространенная ошибка замена соленоида дезактивации, когда недостаточное давление масла или неисправная проводка приводит к тому, что ESM устанавливает этот код. Надеемся, что информация в этой статье была полезна, чтобы указать вам правильное направление, чтобы исправить проблему с кодом неисправной цепи управления деактивацией впускным клапаном цилиндра 11. Эта статья носит исключительно информационный характер, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет.